Тем временем в Оренбурге начали подготовку ко Дню Победы. В мэрии сегодня рассказали, как город отметит 9 мая. Празднования начнутся уже после майских, первомайских дней выходного дня с 4 мая. 5 мая во Дворце культуры молодежной администрации Северного округа проводится окружной театрализованный праздник-концерт для ветеранов и жителей Северного округа «Победная весна». В тот же день такое же событие пройдет и в Южном округе во Дворце культуры «Россия». А 6 мая в 12 часов ветеранов будет поздравлять глава города. Далее 8 мая в 10:00 начнется возложение цветов к вечному огню, в 11:00 в парке «Салют Победа». Ну а главные торжества начнутся 9 мая в 10 часов на площади имени Ленина. Вечером на проспекте Победы пройдет акция «Бессмертный полк» и прогремит праздничный салют.